Привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Nissan Tiana. Автомобиль приехал к нам сделать шумоизоляцию четырех дверей. Показываем штатную шумоизоляцию. Проверяю. Ведь несколько кусков вибры на задней двери. Передняя дверь. Также небольшие полоски присутствуют. По мнению владельца, все равно очень звенят они. Готовим поверхность и исправляем. Заканчиваем работу по проклейке дверей на автомобиле Nissan Tiana. Теперь мы проклеили вибропласт. Максимально обрабатываем поверхность. Все тщательно прокатали валиком. Второй слой приступили клеить шумопоглотитель. Толщина его 4 мм. Остается нам проклеить одну дверь, собрать обшивки. И автомобиль готов. Ставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!